проведения универсиады находится на личном контроле главы государства. Это очень такое важное мероприятие, имиджевое мероприятие для нашей страны. И нам надо все вместе провести на высоком уровне данное мероприятие. Ну, плюс то, что Арстанбек Мухамедьулов говорил относительно эстафеты огня в регионах, я прошу акимов областей организованно провести, тем более у нас опыт имеется проведения. Мы и Азиаду проводили. Поэтому я думаю, что к сроку мы все вопросы организационные отрегулируем и проведем на высоком уровне. И наши спортсмены, надеемся, выступить достойно на домашней площадке.